очередные сразу проехали. Нет. Решу за штрифт. New background are sent to inverse and round. Что-то вообще ничего не понятно. Короче, удачи. Из... Чего заметил? Купец. Жалко, потом ими вальнуть Джеффа. Ну, что-то такое себе. Это Head Zombie Warfare. Следующая игра. Даже какая-то история есть. Видно, брутальный ковбой. Отжал автобус со школы. Сломать баррикаду. Необходимо расчистить дорогу, чтобы продолжить путь. Ого. А чё он стоит без рук? Совсем что ли лох? Угу. Нормально, у меня там команда так. Куда они убежали? Ну окей. Допустим, прикольно. Даже база есть, капец. Что же мне с ней делать? Можете призвать новые юниты.
Ну окей. Вообще ничего не понятно, но окей. Выглядит годно. Допустим, автобус. Нет предметов. Опять не может зависеть, что ли? Капец, круто, мы его уже раздавили. А он, ты его добьешь. Выпускаем всех, чё. Погнали на вторую миссию. Давайте попробуем их замочить, чё. А чё их убивать, они милые. Да, даже прикольнее. На них тупо бочки с ним падают и все. Странно, они могут сожрать вообще. Довольно сильно бьют. Стоит вообще как стука. Может, сожрешь его? Пощими, прошу. Допустим, круто. Сбил его. Как вот Дина открыли. Еще погнали дальше. Видим свою команду. Как только в нем столько человек умещается. Для меня загадка. Ну, давайте. Погнали. Ай, блин. Мне просто интересно, что будет, если не доберутся до нашего автобуса. Или хотя бы кто-то из них помрет. Не буду. Вау. Так же столько. Давайте на выходник пошли в фильме. Нормально. Он помогает. Да, я думаю, даем справиться. Все-таки поэпичнее выглядит. Да. Ну, это бочкой раздаем. Сейчас по прикону. На. Последний остался. Давай, Дидан. Прям как в фильме «Бомж с дробовиком». Даже не дошел. Но он, походу, не может ничего ломать, потому что он лох. Давайте пиздюка к нему пошлем. Давай, Дидан, помогай. Плевать вообще. Дидан справится со всем. Красава, Дидан. Какая жалость. Короче, они обращаются с трупаков. Я понял. Блин, на нем бочка не подействует, офигеть. Давай, Дидан, разнеси их. Не, ну на это можно встретить вечно. Молодец, выждал, стрельнул, вынес. Ну вообще тупые эти зомбари. Думаю, можно пиздюка послать. Чёрт, за что?
Ну все нормально. Не трогайте моего пиздюка. Круто, круто. Какая жалость. Угу. Отвали. Капец. Да что же так? Приехали. Давайте отправим воин. Так понимаю, простых смертных запарей он не подпускает к себе. Ясно, разносит их. Да ладно, ломает реально. Это немедленно ломает, да ладно. Давайте армию бомжей из двоих отправим. Чтобы разнесли все. Ну, тут куча зомби. Прекрасно. Черт. Давай сразу. Армию бомжей выпустим, чтобы было весело. Ну все, прощайте. Это моя армия клонов. Вот такую выпустим. Хотя помощь нужна, наверное, ты что сделаешь, что ли? Надо трубочку поставить. На красную бочку. Она вообще взорвется. Круто. Давай с механизмом. Но. Это было мощно. Подошел бог. Ну ясно. Это очень-очень печально. Но ничего не поделать. Бомжи, выходите. Сантехника отправим. Вот это команда. Разнесите их. И последний сбей. Вот, какие-то сыбные зомби. Давайте дождемся бомжей с дробовиками наших. Что, так нельзя, что ли? Я даблкил. Ну, погнали. Стандартка. Здесь таких 20. Тун-ту-ту-ту-ту. Просто армия. Аромат бомжей против армада зомбей. Теперь я могу использовать пулемет. Прекрасно. Все, ждем. Прекрасно. Давайте чисто бойцовский клуб устроим. Из вот таких вот ребят. По крайней мере, прикольно посмотреть, так как они гаечными ключами их мочат. Я, в принципе, быстрее разнесу. Все. Радио нашли даже прикольно. И миссию завершили. Ну фиг, давайте полицмена отправим. Все отправим одно. Ну и она вообще хилая. Капец, она хилая.
Нет, одно надеюсь, не справится здесь. Эх, я так надеялся. Ну, по крайней мере, их толкнет. Да, вот типичные копы в Америке. Тебе удивлюсь. Давай. Не подпускай их к себе. Ладно, давайте на помощь Дедана, Стравику Макару. Еще одного. Трамп не справится. Ну давай все, расстреляй всех. Сдолбал. Прекрасно. Больше, мне кажется, я хочу все справиться. Бум. Давайте хотя бы с тобой отправим. Стреляют, по крайней мере, метко. Какое-то испытание. Вау, это испытание. О май. Ну-ка. Ну, сорян, Ника тебе капец. Ники, нет. Зря. Такое. О, фач. Это уже проблемы. В общем, что-то такое противоречивое, но при этом довольно прикольно вышло у нас. Хотя Джефф такое себе, а вот эта игрушка довольно-таки прикольная. С пиксельной стилистикой. Майнкрафт. Хотя тут больше, скорее всего, Террария. Чем-то напоминает игру Random Heroes, но своеобразная. Где ты просто выставляешь, так сказать, союзников, чтобы они сражались за тебя. Вот. Ну, чисто так по качеству. Ну, тем не менее, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.